Но мы сантян ко. Привет, друзья, с вами Рашна Линзука, и мы начинаем новый выпуск онлайн мяса по игре Crysis 3 в бета-версии Crysis 3. О. И сейчас мы будем играть в режим Hunter. Ох, нихуя. Нас, видимо, оттуда сбрасывают. Вау. Что новенькое? И что дальше? А, тут уже какой-то другой рейнджер какой-то, блядь, снайпер. Ближнее пространство. Может мне этого взять? Пойдем-ка я ближнее. Слушай, мне кажется, тут на выживание. Если тебя убили, ты уже не возрождаешь. Не знаю насчет выживания. Наверное, тут один играет хищником, да, охотником, да? Кто его убивает, тот становится охотником, нет? Если кого-то убивает Хантер, то умер, тоже становится Хантером. Блять, враг где-то здесь рядом у меня на радаре показано. Если что, он постоянно невидимый. Короче, мы что, он один враг-то, да? Тут тогда лучше не разделяться, как в глупых фильмах ужасов. Поодиночке он нас всех перебивает. Мы тут тупо выжить должны, что ли, я не пойму. Опа, кто его убил? Все молчат. Никто не отзывается. Кто стучит там по батарее? Ты прослышишь, я не знаю, чего я требую, я бегаю, как дурак один. А, блять, вот он, сука, я ж его видел. Это Мурик был, наш чувак. А, тут 5 раундов еще. Ну давайте посмотрим дальше. То есть, блядь, получается, он должен всех завалить на карте за какое-то время, да? Вообще не понимаю, нихуя. Тебя убили, да, тоже быстро? Конечно, я вообще причем никого не видел. А он невидим, потому что бегает. Он... Я так понял, что у нас сегодня понятно, противник. Ну хоть что-то я должен видеть вообще. Блядь, что такое? Бля, я думал, зависло, пиздец, нахуй, фриз был жесткий. Сука, страшно в это играть. Да пиздец. Там кто-то уже перестреливается с кем-то. Я не хочу быть жертвой! Кто меня? Из лука захуя. А, он тут не один бегает, их несколько бегает, этих охотников. О, теперь я этим охотником играю, нихера себе. Блять, меня тоже убили. Дай, Марто. А ты по кому скажу? Блять, где все-то, еб, кого бочить-то? Я тоже заебошены. А, вот вы все обозначены тут стрелочкой. Сейчас я вас начну хуярить. Или это невидимый, это тоже наш, блядь. Я не понимаю. Я тоже нихуя не понимаю вообще. Ой, должен убить, блядь. Вот чувак бегает тоже с луком, да. А, на радаре вижу красных, блядь. А кто они, блядь? Понятно, блядь. Вообще нихуя непонятно. К тому же параша летела куда-то. Вообще, блядь, пиздец, нихуя непонятно. Ведь может то происки бабы-яги, так я же ее зверски убил на мете. А может вонючий мудак Чингачгук решил мне устроить такой вот гаю. А, си станешь 5 раунд в тотале.
Что-то какое-то время вышло, блядь, что-то выжило, выжил кто-то, я выжил, или что это? Непонятно, ни хрена. Опять я хищник, да. Много, блядь. То есть тут целая команда этих, блядь, хищников невидимых. Против целой команды обычных чуваков, что ли, или чего, блядь? Где-то все ныкают, что ли, блядь, не поймешь. You have 90 seconds. Че, у меня 90 секунд. Минки. На что? Так это чирато! Hunt VSL Operative. Что это значит? Момент. Ну, где вы все, блядь? Кого мне охотиться? Кого их-то, блядь, где вы там? Ну на карте какие-то красточки вон есть, блядь, но я... Почему их отсюда никого не видно? Стоять. Ох, одного грохнул, блядь, отлично. Сука, это ты что ли был? А? Блядь. А нехуй высовываться было. Да пошел ты, я одного из ваших тоже ёбнул. Так, второй готов. О, убил кого-то, надо же. Пошел ты хуй. Так картелато. Dov'è quell'altro? Non ce n'è uno. No! Ce l'avevo sotto le gambe. Sì, ma è perché c'era. Ho morto due volte. Блять, что там за чупакабра все ему говорит? А хрен его знает, кто-то там, блять. Си, я сон лантер. Ближний бой. Я вот даже не понимаю, как тут посмотреть, блядь, членов команды, чтобы он прям кого-то заглушить, кто тут, блядь, пиздит очень много. На каком-то хуй простышь языке, блядь. Так это на селик надо. Селик-то открывает, блядь, оружие. Сейчас это вообще селик что-то не работает. Нет, зажать, зажать. А, во, бля, наконец-то, ёпт. Так, кого я хотел заглушить? Вот этого. Так, это свои, свои. А кто тут, блядь, пиздит так громко, что ли? Тут вроде все свои, так, ну, вот это. Вот. Что-то звуки идут от наших. Телефон у кого-то звонит. Да, блять, хоть ладно, насрать. Все, погнали. Где эти уршлепки, блять? Невидимые. Сука! Кстати, меня какой-то русский чел завалил. Откуда ты знаешь? У него рус написано, блядь. И я опять теперь стал опять хищником, блядь. То есть это кого убили, тот переходит в команду хищников, получается, да? Ты только догадался? Какая-то хрень непонятная. Не, я помню, был режим в Чужой против Хищника, там где один был, типа, крутым. Кто его убивал, тот в него превращался, остальные были обычными лохами бегали. А тут что-то как-то все, блядь, превращаются. Мне не очень понятно. Все, время вышло. Или всем заговорили, целов. Что это целов? Ядро. Так, опять выбираем. Опять мы лохами играем. Так это скарматором всем. Блять, где этот хуй, который пиздит на неизвестном языке? Я не вижу его. Дворик это наш. Это русский, блять.
Ладно. Маля армия теда нам для травы убьет. Надо хуйню. Что ты? Он типа не ниente tanto. А, что там, aqui c'è. Qui c'è un punto giù. Блять, блять, фу, я одного ебанул охотника нахуй. Фу. Заебись, короче, их надо на воде искать, смотреть по следам. Я буду около воды сидеть нахуй. О! Есть, блядь. А! Охуенное ружье-то, блядь. Патроны надо еще взять. А что, все, больше патронов нет? Блядь, надо съебывать отсюда тогда. Блядь, хуево. Патроны-то, блядь, были охуенные. Убивал только в путь этих, блядь, охотников. Sì. Giallo. Shit, we got a man down. Ma io ti ha chiuso la cena. Ah! Хуй ты ржешь, блядь. Пошли, места. А, это ты был ее? Ugly, да. Я подумал, что не русский там тот, блядь, который что-то бубнит постоянно. Я, кстати, ваших несколько уродов завалил подряд. Тут пушка классная очень идет, блядь, ближнего боя. Сессия уже не действительно. Ну что, друзья, оставайтесь на канале Игрофильм, встретимся в следующей серии.